Регіональні організації опозиційної платформи «За життя» перейшли до опозиційного блоку, заявивши про корупцію в партійних рядах. Про це заявив вже екс-голова обласної організації «За життя» Микола Пундик. Він зазначив, що серед основних причин такого рішення – включення до прохідної частини партії одіозного політика Іллі Киви і київського забудовника Вадима Столара. Водночас Пундик зазначив, що балотуватися на поточних виборах від опоблоку колишні учасники «За життя» не будуть. Когда мы увидели, что в проходной части списка находится господин Столар и 11 его ближайших друзей, что в условно-проходной части списка находится господин Кива, вот мы, естественно, собрали сначала районные партийные конференции внеочередные, потом областную партийную конференцию. В два этапа я всех собирали, разговаривали, разъехались, подумали. Позавчера еще раз всех собирали. Все подумали и приняли для себя такое решение. Безусловно, членство в партии индивидуальное, но тем не менее, наши организации выходят из этой организации, которую очень тяжело после всего случившегося назвать политической партией. Скорее всего, это какая-то частная лавка со всеми признаками продажи мест в проходной части списка, со всеми без исключения. Вот. И мы призываем, все-таки мы какая-то сила, нас более 5000 человек в городе Одессе и области. И мы призываем всех наших сторонников поддержать реальную оппозиционную силу, это политическую партию «Оппозиционный блок».